И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом нового путешествия я бы хотел выразить огромную благодарность всем своим спонсорам на канале за вашу месячную подписку. Спасибо, ребята! Ну что же, наше новое путешествие откроется с серии под названием «Покорение космоса». Это видео будет разбито, скорее всего, на две или три части, так что, кто не подписался, обязательно подпишись, поставь пальчик вверх, нажми колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. Это видео будет похоже на те, которые называются «Расстояние до». Кто не смотрел «Расстояние до», прямо сейчас опустись по ссылке в описании на плейлист Space Engine и обязательно посмотри все серии. Мы знаем, что человечество очень быстро шагнуло вперед, достигло новых космических горизонтов, и я не сомневаюсь, что люди, способные уйти дальше за горизонты нашей Солнечной системы, возможно, даже нашей галактике Млечный Путь, но до этого еще очень много времени. И, к сожалению, мы с вами уже, наверное, этого не увидим никогда и не узнаем. Но хотя бы в представлении всех этих серий, что я сниму для вас, хотя бы мы представим на секунду, куда может зайти человечество, куда оно зашло, с чего все началось. Если в этих видео я что-то пропущу, извините. Я выбрал самые, наверное, значимые моменты в освоении космоса человеком. В общем, жми пальчик вверх, подписывайся на канал. Всем приятного просмотра. И помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечны. И наше путешествие только начинается. Всем приятного просмотра!